будет называться наша команда «Красной машины», которую практически победить невозможно было. Во всех турнирах, где он участвовал, он ставил одну из главных задач – только победа. Только победа, победа. Серебро для него была неудача. Он и воспитывает так, и нас, и молодежь в духе вот такого победителей, потому что у нас были хорошие традиции, заложенные Тарасом, Чернышовым. И вот Аркадий Виктор Васильевич, он продолжил вот эту плеяду выдающихся тренеров. Поэтому мы никогда не забудем и благодарны ему, потому что мы вот большинство, ну, можно сказать, легендарных хоккеистов, которые побывали в его руках, помнят его и помнят его вот с самой высокой оценкой, потому что это был профессионал. Вячеслав Александрович, а какой-то самый теплый момент помните? Самый теплый момент? Он всегда перед игрой садился со мной рядом, значит, стульчик всегда был свободен передо мной. И он всегда перед каждой игрой садился со мной, дотронется до меня. И вот это был как у нас талисман. А по головке мог погладить после игры? Да, после игры, если хорошо играл. Спасибо.